Ռուսական առաջին ալիքի պրեմիա պակաժետ հաղորդաշարի հաղորդավար Անատոլի Կուզիչովը եթերում ներողություն է խնդրել նախորդ եթերի ժամանակ իր թույլ տված սխալի համար, որի ընթացքում նա հայտարարել էր, որ հայ-ադրբեջանական վերջին բախումները տեղի են ունեցել ոչ թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այլ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Армяно-азербайджанский конфликт, мы вчера его обсуждали, и вот я тут должен кое-что сказать по этому поводу. Я конкретно вчера сказал глупость, ошибся, оговорился и не поправился. Кто-то из наших экспертов здесь потом меня поправил, но это как не очень акцентированно выглядело, поэтому давайте, наша программа славится тем, что мы за свои слова отвечаем. Давайте и в этот раз будет именно так, отвечем. Я вчера ошибся. Конечно, речь шла о приграничных районах, о территории государства, а вовсе не о непризнанной там Нагорно-Карабахском области или там Арцахе. Речь шла именно о государстве, о территориях конкретного государства. Вот мы вчера говорили конкретно про Армению. Приношу извинения за эту дурацкую ошибку и хочу сказать шнора калучьюн. Спасибо за понимание.